Когда сын пришел навестить могилу отца, он увидел там собаку. Какая трогательная сцена. Этого пса зовут Зозо. Он живет в Турции. Хозяин Зозо был пожилым человеком и скончался в феврале 2014 года. Спустя несколько месяцев после смерти мужчины, его сын рассказал миру эту историю. После смерти хозяина собаку взяли в свой дом родственники. Они поселили Зозо во дворе, кормили. Они знали, что пожилой мужчина очень любил своего пса, но не ожидали, что животное будет так тяжело переживать разлуку со своим другом. Зозо не находил себе места, почти не ел, а вскоре и вовсе начал пропадать где-то целыми днями. Зозо лежал на могиле бывшего хозяина. Даже после его смерти он оставался верным другом и сторожем для своего человека. Сын хозяина рассказал, что в первый раз он сам отвел убитого горем пса на могилу отца. Но никто не ожидал, что Зозо начнет каждый день, в дождь и в жару, ходить на кладбище, расположенное недалеко от деревни, чтобы навестить своего друга. Бывший хозяин Зозо, должно быть, был замечательным человеком. Не каждый способен заслужить такую дружбу и преданность.